соотечественники. Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, темной и объявила безоговорочную капитуляцию. В городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования, присутствующие представители Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось 24 часов 8 мая. Зная волчью палатку немецких заправил, читающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако, сегодня с утра